Мы сегодня под елкой у нас. Что это? Елочные игрушки. Разве? Может, это пряники? Это пряники на елку. Вот работы у вас прибавилось. Придется их стряпать и раскрашивать. Сегодня будете заниматься? Я так рада. Сегодня какое число? 12 января. И вам подарочек. Наверное, за то, что вы такие добрые, веселые и послушные. Я очень рада. Может, еще там что-то есть? Красивые игрушки у вас получится. Украшай своими руками, наверное, написано. Не знаю, кто умеет по-украински читать, читайте. Прикрашай власноручным огнем в куре семьи. А, сам или со своей семьей? Да. Ага. Ну вот, наконец-то я что-нибудь раскрашу. Я буду вот такой же. А я любую. Какую мне оставите? С 12 января вас? Давайте пожелаем что-то нашим зрителям канала Сонечки. Чтобы они все были здоровыми и счастливыми. И веселыми. Да. Всем привет. Всем привет. А, кстати, а вот тут вот... Сейчас. Вот домик. Один из наборов домик, который у вас уже был. Да. Оказывается, много разных наборов выпускают эта фирма. А это что сегодня?